пробить. Пробил. Не точно правда. Но пробил. Сакала, Сакала должен успеть к этому мячу, обыгрывает вратаря, ворота пустые. И первый гол Фэшена Сакала за молодежную команду «Спартак». Но надо сказать, что ветер все-таки помог в этой ситуации «Спартаку». И вовсе не попутный ветер, а встречный. Мяч направлялся верхом. Так, притормозил чуть-чуть перед вратарем. Он ринулся навстречу, а Сокал его уже обыграл. Вот, посмотрите, вот здесь вратарь бежит, а Сокал его переигрывает. И дальше надо было просто уже закатить мяч. Пусть и с острова Угуа, но в пустыне.